Эйхо, ребятки, всем привет! С вами Борода, это игрушка под названием DOS, рубрика «Открываем сундуки», и сегодня у нас особый выпуск. Да-да, друзья, сегодня мы открываем ящики с особой наградой. Черт возьми, не убрал я мусор, но да ладно. Эти ящики даются за то, что ты прикупил себе премиум аккаунт за 600 монет. 600 монет это дорого, но это реально. Вы это все знаете, это можно сделать каждому из вас за вход в игру. Так что посмотрим, стоит ли это того. Таких ящиков вы сможете получить целых 6, если я не ошибаюсь. И, по-моему, это неплохо. Но стоит ли это того, будем смотреть прямо сейчас. Поехали! Первый ящик с особой наградой за получение премиума. Смотрим. И я получаю 150, мать его, золота. Ребята, это же окупаемость. 150 голды с ящика. Я получаю один подшип и бечевочку, 3 штуки. Она мне как раз сейчас нужна. Офигеть, не встать. У меня уже хватает на следующий премиум. Отлично. Открываем следующий ящик и посмотрим, что же здесь выпадает. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Да ладно, мне выпали гранаты! Черт возьми, накрывает зону поражения разлетающимися осколками. 160 дэмэджа, 2 гранаты мне выпадает. Мне падает инструменты бездомного. Мне падает офигенно качественный лук на 193 плюс 80 дэмэджа повышения. И мне падает крага. Наруч для умелого лучника повышает урон при стрельбе. Охренеть, ребят. Офигеть. Кто бы мог подумать. Это очень круто. Это просто невероятно круто. Я в восторге. 248 дэмэджа вместе с крагой идет дамага. Вот так вот, друзья, вот такие вот ящики с особой наградой. Я надеюсь, вы тоже офигели так же, как я, потому что я открывал их впервые. Если вы их тоже уже открывали, ставьте плюсики в комментарии, ставьте лайкосики. И если этот выпуск наберет 50 лайков, то в следующем выпуске мы откроем 50 ящиков с особой наградой. Да-да, вам не послышалось, именно 50, и я не шучу. Всем спасибо, с вами был Борода, пока-пока.